будьмо здоровы, будь здорова наша почва, будьте и вы здоровы. Но это возможно, когда мы здоровую пищу едим и когда у нас здоровая почва. А чтобы здоровая почва была, нужно обязательно сеять сидираты. Тем более, что американские ученые уже нашли и создали искусственное молоко, которое не уступает вот этому. Почему я эту тему затрагиваю так, и почему молоко вначале вот предлагаю вам выпить и попробовать эту вкуснятину. Дело в том, что в мире сейчас на планете свирепствуют различные заболевания. И эти заболевания уничтожают очень большое количество животных, сжигают. Вы сами видите это по телевизору. И у нас получается, что уменьшается количество органики. А вот эта органика, она бесконечная. А эта органика у нас находится в большом количестве, и мы сами можем ее создавать, высевать, высаживать и получать прекрасные результаты. Большое количество органических удобрений. Вот. И это растение, одно из таких растений-сидератов, это фацелия. Вот видите, она цветет очень красиво. Это уже третья сидератная культура на этом участке. Перед осенью был посеян озимый ячмень, а ранней весной белая горчица. И сейчас, когда уже картофель цвел, я немножко так разбросала и посеяла фацелию. Сейчас, перед подготовкой, перед тем, как копать картофель, мы фацелию скашиваем. Мы ей не дадим перецвести полностью и получить семена. Итак, мы сейчас произведем подготовку участка к тому, чтобы измельчить фацелию. Мы скашиваем. Самое ценное — это корневая система. Естественно, верхняя часть вот берем, скашиваем. Итак, измельчив фацелию, она подсохнет. Корневая система прекрасно собрала там органические, на высоте 20 сантиметров, собрала органические ценные вещества и удобрения, нужные фосфор и калий, которые очень нужны для каждого растения, для того, чтобы потом в следующий сезон выращивать здесь очень хорошие урожаи следующих культур. Что же такое фацелия? Фацелия – это очень ценное однолетнее растение. Это одно из ранних сидератных удобрений. 40-45 дней, и вот она зацвела и готова. Это растение заменяет органику. Допустим, для сотки нужно 200 килограммов навоза или перегноя. Вот. Если посеять на сотки где-то 500 миллиграмм этого растения, оно как раз заменит 200 килограмм органики. Растение это из семейства водолистные, это гидрофил, его можно сеять до и после любой культуры. Очень важно его сеять и не сильно заливать, оно засухоустойчивое, это растение, и естественно, это растение очень хорошую несет органику нам, азот, фосфор и калий. Итак, я рекомендую использовать это замечательное растение, которое является еще и фитосанитаром, потому что оздоровляет почву, убирает проволочника, и это растение оздоравливает полностью и то, что вокруг растет, и помогает растениям, очень хороший сосед. Так что сегодняшняя тема неспроста начиналась со стакана молока. Этот стакан молока еще, скорее всего, нам придется уже использовать искусственное молоко, если произойдет такое событие с коровами и их не станет. Вот. И мы сможем спокойно, без проблем решать вопрос благодаря американским ученым, которые создали искусственное молоко. Вот, и заменять органические удобрения вот этими неисчерпаемыми органическими зелеными удобрениями в виде фацелии и других сидератных культур. Вот такая сегодняшняя важная тема. Тема посвящена фацелии. Ну а я прощаюсь с вами. Пока пьем коровье молоко и продолжаем выращивать наши сидератные культуры.
Фацилия – это очень важно. Пока-пока. С Града Измаила была Раиса Горяченко. Всего доброго вам. Будьте мне здоровы.